Здравствуйте, Михаил. Это видео про ваши объективы с уже установленными одуванчиками. Сейчас я проверю каждый объектив в моей камере. Итак, первый объектив Калинар 5N. Очень аккуратно всегда обращайтесь с установленным одуванчиком. Совмещаем красную точечку на камере, на объективе с белой точкой. На камере аккуратно поворачиваем до защелкивания. Итак, здесь запрограммировано фокусное расстояние 100 миллиметров и диафрагма от 2 до 22. Как я вам уже говорил, что на Калинаре, что на Гелиосе 81, поиграетесь с настройками. Но если снимаете только на открытой диафрагме, предпочтительно, преимущественно, то значит вам никаких поправок не понадобится. Итак, второй объектив. Гелиос. Фокусное расстояние 50 миллиметров. Диафрагма от 2 до 16. Рабочее положение при работе с одуванчиком на Калинаре 22, на Гелиосе 16 и на Никаре тоже 22. То есть это автоматическое положение, когда вы выставляете диафрагму только в камере в режиме приоритета диафрагмы А. Так, объектив Гелиос. И третий объектив Никар. Вот здесь сделана ниша в этой юбке, установлен одуванчик. Фокусное расстояние 50 миллиметров, диафрагмы от 1,8 до 22. На всех трех объективах ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса, то есть блокировка затвора до момента появления фокуса, работает только в режиме AFS. В режиме AFC, AFD и M ловушка фокуса не работает. Впрочем, как и на автофокусных объективах. Сейчас я ваши объективы упакую и отправлю в обратный путь. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.